Астана на ваших экранах. Здравствуйте, новости столицы, о которых интересно узнать всем. Следующие 5 минут. Если молод душой, а молоди тело, открыта группа здоровья для пенсионеров. В лесу рубилась елочка. В городе выявлено 11 фактов незаконной торговли главным атрибутом праздника. А также первые гастроли Астана-Опера. В Алматинском районе Совете ветеранов открыта первая в городе группа здоровья для пенсионеров. Это известие великовозрастные горожане восприняли с огромным воодушевлением и уже выразили удовольствие первыми занятиями. Сейчас в группе занимаются пенсионеры от 60 до 75 лет. Учитывая возраст посетителей, комплекс упражнений для них подготовили щадящий. Он направлен в основном на укрепление мышц позвоночника, развитие гибкости и общей выносливости. Практически все упражнения выполняются в положении сидя или лежа. Как отмечают сами пенсионеры, уже после нескольких занятий они чувствуют себя значительно лучше. За последние 2 года в столице предновогодние дни срубили под самый корешок около десятка елей и сосен. Вырубка хвойных пород в республике запрещена, а за их незаконную порубку и повреждения предусмотрен штраф. Для физических лиц он составляет от 10 до 20 МРП, для должностных и юридических лиц от 40 до 200 МРП. Кроме того, злоумышленник должен компенсировать стоимость посадочного материала, расходы на его посадку и уход. Уже с начала года, декабря, сотрудниками полиции заведено 11 елочных дел. Правда, это была торговля в неустановленных местах. У всех реализаторов имелся пакет документов на завоз ели и сосны из Российской Федерации. Особое внимание уделяется незаконной порубке, а также несанкционированной торговле. Мобильными группами из числа сотрудников ДВД, ЖСЛ Аймак и Астана Урманы проводятся рейды. Кроме того, усилен контроль на постах рубеж для того, чтобы не допустить факты незаконного провоза елей и сосен. Проведено порядка 50 рейдовых мероприятий и проверено более 150 грузовых автомобилей. Кроме того, в городе выявлено 20 фактов торговли новогодними елями в неустановленных местах. Правда, вся их продукция была сертифицирована. Реализаторы привлечены к административной ответственности за торговлю в неустановленных местах. Штраф по этой статье составил 5 месячных расчетных показателей. Для реализации елок и сосен в Астане определили 13 мест. Это прилегающие территории центральных рынков и крупных торговых домов. В преддверии новогодних праздников вечно зеленых красавиц охраняют не только сотрудники экологической полиции и патрульно-постовой службы МВД Республики Казахстан, но и работники компании «Астана Зеленстрой». Новый центр семейного здоровья открылся для жителей жилых массивов «Промышленный» и «Юго-Восток». До этого 14 лет медцентр обслуживал население поселка «Промышленный» в неприспособленных условиях. Площадь регистратуры составляла 2 метра, а 2 врача вели прием пациентов в одном кабинете. Новый центр находится на базе городской больницы номер 2, а прием здесь ведут врачи общей практики, а также педиатры и терапевты. Работают врачи в 3 смены. Свои первые зарубежные гастроли театра «Астана-Опера» отправятся уже этой весной. С 8 по 10 марта на новой и старой Мариинской сцене будут идти лучшие постановки казахстанского театра. В программу гастроли вошли 2 оперы и балет. Это «Аттила» в постановке Пьера Луиджи Пиццы, «Бржан Сара» в постановке Юрия Александрова, а также балетный спектакль «Спящая красавица». «Аттилу» выбирали не случайно. Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев дирижировал на мировой премьере «Астана-Опера». Тогда же дирижер и предложил поставить этот оперный спектакль на новой сцене Мариинки. Кстати, с ответным визитом труппа Мариинского театра планирует приехать в Астану в октябре будущего года. Наша программа на этом подошла к концу. Посмотреть этот и другие выпуски вы можете на официальном сайте телеканала 24KZ в разделе «Телепроекты». Всего доброго, до встречи в сети и в эфире.